Готовим сегодня шашлык из скумбрии в тандыре. Делаем маринад. Чеснок. Петрушка. Выжмем лимон. Оливковое масло. Соль. Перец. Все взбили в блендере. Разделаем филе. Разделали на филе. Сейчас промоем хорошенечко и продолжим. Ну, заливаем маринадиком. Хорошенько размазали и оставляем мариноваться на час-полтора. Потом будем выжигать тандыр. Закручиваем рулетиками. И на шампур. Ну что, идем закладывать наш тандыр. Тандыр уже готов. Ну что, закладываем. Нашу скумбрию. Ну что, ждем минут 10-15. Ну что, прошло у нас 12 минут. Достаем красоту нашу. О.